Понимаете? 1500, из них 900 на медикаменты, 137 на санаторий, а оставшиеся деньги на проезд. Помните этот ролик? Эта камчатская журналистка Александра Новикова в 2018 году смеется над крошечными льготами. В 2020 ее заставили уволиться за митинг в поддержку Сергея Фургала. Сейчас ее муж на фронте. Он мобилизован. Александра требует вернуть мобилизованных домой, а власти пишут на нее доносы. Но гибнет нас очень здесь много. Скоро гибнет, начнем с голода. С голода да с холода. За репост этого видео Новикову обвинили в дискредитации армии. В поддержку Новиковой выступили жены мобилизованных, которые теперь задаются вопросом, а точно ли фашисты на той стороне?